Друзья, всем привет! Я рад вас видеть на моем канале. Канал про охоту, рыбалку и многое другое. Ну что, друзья, всем привет! Сегодня выбрались в последний день лета на мое прекрасное болото. Сейчас прогуляемся, может что поднимем и останемся на вечерочку. Вот время 7:00. Комары уже появляются. Ладно, двигаемся. Избекайсики. Вот. Вот он. Есть! Взял. Еще один поднялся. О, камушек. На нем посмотрим. Вот он. Бекасик. Вот он, небольшой, но трофей. Все. Вот он. Ладно, с полем. Все, он доходит. А мы двигаемся дальше. Вон журавли. Косяк за косяком идет. Собирается уже в стаи, в хорошей, в перелетной. Красиво. Вот. Ладно. Идем на вечерочку. Журавли прям на меня летят. Красота. Хорошая стайка. И вон там вот идет. Красавцы. Прямо надо мной. Еще следом идет косяк. Красота. Скоро гусь полетит. Осень. Журавли. Журавлиный клин. Вот так вот красота. Комары едят, правда.
вот еще журавли идут. Косяки собираются уже большие. На ночлежку идут, на одно болото. Там их скапливается около 2000, бывает, по осени. Так вот. Прекрасно. Звуки природы. Ожидаю вечерку. Будет налет, не будет. Это не важно. Уже красиво. Такой вот прекрасный закат. Сопровождается грозами. Сегодня периодически был дождь, радуга. А сейчас вот такой вот красивый закат. Ладно, ждем утку. Ну что, друзья, вот и подходит время. Нашего вечернего лета. Время 8 вечера. 9:53. Сейчас утка должна потихоньку начать летать. Комары жрут. Но мы же охотники, сумасшедшие люди. Мы потихоньку покрякиваем. Вчера прошли. О, блин, две крикла. Проспал крикашки. Выпала. Вот она, крыжня. А вы, как всегда по традиции, не забывайте подписаться на канал, нажать на колокольчик и подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка в шапке профиля. Все, всем ни пуха ни пера и до новых встреч!